10 марта молодежный хоккейный клуб «Кулагер» провел свою очередную игру в рамках плей-офф чемпионата Казахстана. Играли против хоккеистов «Торпедо» из Оскемена. Встреча выдалась по-настоящему жаркой на заброшенные шайбы. Первый период игроки искали слабые стороны друг друга, пристреливались в ворота, но оформить шайбу им так и не удалось. На перерыв команды ушли с сухим счетом. После этого хоккеисты сделали работу над ошибками, и во второй 20-минутке хозяева льда смогли распечатать ворота молодых скакунов. А последний период и вовсе стал богатым на заброшенные шайбы. Сыграли в ничью 3-3, но по итогу овертайма наши хоккеисты смогли одержать победу. Теперь им предстоит встретиться в заключительном матче, который пройдет сегодня, 13 марта в 19:00 во Дворце спорта Александра Винокурова. Эта встреча решит, кто же пройдет в полуфинал чемпионата.